ступени сделать, сделайте ступени. Тут люди подскользнутся. Вообще-то да, зимой точно скачете на 1/5 точке. Мы думали просто его дальше, чтобы, ну, то есть выйти. Да нет, слушай, то есть и падать будет. Детская игровая площадка на улице Союзная уже совсем скоро откроется для детей. Она строится в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования Московской области. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков подчеркнул, что главное – это безопасность сооружения. Большая часть работ сделана со знаком «плюс», но все равно есть аспекты, на которые мы обращаем внимание. То есть это подходы, это безбарьерная среда. С другой стороны, это должна быть, с учетом того, что у нас зима и климат не всегда теплый, мягко говоря, значит, мы должны уберечь и детей, и взрослых, которые будут пользоваться этими площадками, от травм, будет обледенение. Все замечания передадут подрядчику для скорейшего устранения недочетов. Дмитрий Голубков в ходе рабочей поездки в Одинцово также проверил качество асфальта во дворах города на улицах Сосновой и Свободы. Высоко оценил проведенную работу. Помимо замены асфальтового покрытия проездов, установлены парковочные места, отремонтированы тротуары. Важно, что все это успели сделать до зимы. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».